Всем привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка посылочек с заказом на сайте AliExpress. Ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале еще не подписался, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Впереди вас ждет много чего интересного. Итак, первая посылочка. Это мне пришли гель, вот такой пингель. У меня уже такой гель был, он мне нравится. Заказала цвет пинг, там есть разные цвета продавца, емкость 15 мл. Легко с ним работать, консистенция у него классная, можно сделать легко наращивание в технике без опила. Цвет под номером 1, там есть разные цвета продавца, пока открывать не буду. После открытия 24 месяца, вот что заявлено. Этот вам гель однозначно я вам советую, хороший в работе, в носке. И вот такой полигель от Major Digit. Заказала прозрачный розовый цвет, также 15 мл, цвет 3. Это идет прозрачный Clear Pink, также 15 мл, но эта баночка меньше, если их сравнить, полигель. Также хороший, я себе ранее брала в меньшем объеме, понравился, еще заказала на запас. Там есть также разные цвета. Цвета от продавца я вам обязательно вставлю. Так, смотрим дальше. Это мне пришли новые фрезы. Так, заказала себе вот такую пулю 8, что заявлено тут на упаковке продавца. Вот, вот такая пуля. Сейчас посмотрим. Хорошее напыление. Я люблю такую фрезу с синей насечкой. И еще одна. Это идет полировщик. Такой. Нравится, беру не впервые вот этот полировщик. Немножко он тут пришел испачкан. Конечно, это на работу не повлияет. Обезжириватели. Я это все дело сниму. Вот такие фрезы. Там есть разные фрезы продавца. Так что смотрите. Дальше следующее. Это вот такой обычный мешочек. Мне пришли также типсы, но уже квадратные. Также взяла для того, что использовать на вот такую подставку. Набор 100 штук. Такие обычные типсы. Короче, расходники. Самые обычные расходники. Тут должно быть 10 разных размеров. Давайте посмотрим. Да, есть 10. Короче, вот такой наборчик типс. Разные полигели. Давайте посмотрим. Вот такие. Вот код продавца я вам ставлю. Это идут полигели с блестяшками. Цвет под номером 08. Такой должен быть и состав. Небольшие, 15 мл. Так, все закрыто. Защитная мембрана присутствует. И заказала себе цвет под номером 4. Вот такие классные все цвета. Хотелось бы всех и сразу. Но пока заказала вот эти. Думаю, что еще остальные себе закажу. Значит, срока годности, конечно, нет. Это минус. И еще один, это у меня вот другая уже серия, DQ, это получается акрил гель, цвет под номером 8 и блестяшки, и состав,
Сейчас я вам покажу, как этот полигель выглядит. 24 месяца после вскрытия, конечно, это плюс уже заявлено на этом, сколько срок годности. Там также есть разные крутые цвета продавца, 15 миллилитров. Вот такой красивый цвет. Да, хочу вам показать вот этот еще цвет под номером 11. Какой он идет, вот эти блестяшки, как они идут, какая у них консистенция. Как бы обычных полигелей. Конечно, в тюбике присутствует воздух. Так, как это показать вам? Красивые такие блестяшки. И сейчас покажу, как они выглядят на типсе. Легко работать. Хорошо наносится, как обычный полигель. Так, поближе. Сразу уже у вас дизайн получается вместе с блестяшками. Эти полигели хорошие, легко работать, в опиле легко пилится. Короче, девчонки, я вам советую. Классные блестяшки. Еще новинка, вот такой акригель. Там есть разные цвета, фото от продавца я вам ставлю. Это идет красный цвет, также емкость 15 мл. Вот что тут заявлено. У меня есть такие стандартные обзоры на канале. Разные цвета, там есть 9 разных цветов. Кому интересно, посмотрите на канале. Вот такой полигель. Легко работать с ними, так что я вам советую. Дальше смотрим следующая посылочка. Короче, у меня мало матовых топов. Еще заказала вот такой топ матовый. Посмотрим, как он идет. Это идет большая баночка. Это 8, это 12 миллилитров. Выглядит красиво, презентабельно. Хорошие отзывы на этот топ. Ну, мы с вами посмотрим сейчас. Сразу на типсу сделаем выкраску. Давайте посмотрим. Вот такая кисточка длинная, большая. Вот такой топ. Давайте с вами его выкрасим. Посмотрим, как он на самом деле. Баночка полная. Консистенция идет погуще, если сравнить с предыдущим. Но этот топ такой прозрачный, как бы. Давайте посмотрим. Тут также идет стемпинг. Я стемпинг ничем не перекрывала. Этот топ не размазывает стемпинг. Несколько раз мажу-мажу. Ничего не размазывает. И на блестяшках. Посмотрим, как этот топ будет смотреться. И эти два матовые топы мы, конечно, с вами сравним. Но этот уже лучше. Конечно, цена на него дороже. Но этот уже лучше тем, что не размазывает стемпинг. И на просушку. Я уже просушила вот такой матовый хороший эффект. Конечно, мне больше понравился вот этот большой топ. Ну, посмотрим, как он носки. Если вы использовали такой топ, пишите комментарии. Я думаю, что будет интересно девчонкам почитать, как он. Вот так их вместе, если сравнить. Дальше смотрим следующую посылочку. Это мне, девчонки, пришла фольга. Самая бюджетная, дешевая фольга. Это такая какая-то зимняя, снежинки. Давайте будем смотреть. Вот так, два наборчики. Посмотрим. У меня очень много разной фольги было уже на канале. Кому интересно, смотрите в моих предыдущих видео. Вот такая. Дальше. Это красивая. Я фольгу люблю. Очень много разной фольги есть на просторах Алиэкспресса.
это одна из бюджетных, короче, бюджетный вариант, так как в контейнере идет гораздо дороже, но там и объем побольше, и, конечно, плюс, что удобно хранить, это красивая такая на зиму, вообще супер. Так, по-быстрому с вами посмотрим. Это уже подобная была. Также красивый такой синий глубокий цвет. Зеленая с синим. Как бы фольга-градиент. Такой переход. Серебро и синий. И вот такая. 16 разных видов фольги. И дальше смотрим второй набор. Это такая голографическая фольга. Та была фольга градиент. Это голографическая. Так, также кусками идет. Так, посмотрим сейчас наборчик вот этот. Разные цвета. Тут прицеплена она вот так. Ой, золото красиво. У меня также на ноготочках золото, ну, другой как бы дизайн. Такое синее, офигенное, красивое, зеленое, конечно, сумасшедшая голография, малиновая. Ух ты, какая крутая. Красная, просто супер. И голубая. Ну, этот получается меньший набор. Давайте также посчитаем. 1, 2, 3, 4. 4. 5. 6. 7. 8, 9. Вот такой классный наборчик фольги. Дальше следующая посылочка. Это мне пришел набор кисточек. Очень красивые. Так, там есть разные наборы продавца. Это идут тоненькие, разноцветные, в защитных колпачках. Вот такая фирма Beauty. Так, давайте посмотрим. Они все разные. Разная длина идет ворса. Красивые такие. Тут блестяшки внутри. Красивый дизайн. Вот такие разные кисточки. Немножко нужно, наверное, выстричь их. Тут немножко ворс выступает. Цена бюджетная. Еще раз повторюсь, там есть разные модельки кистей в магазине. Также в магазине есть купоны, если вы берете товар на определенную сумму. Наборчиком довольна. И давайте с вами протестируем вот этот новый штампик Lakmé Board Pretty и вот эту пластинку.
Я еще за кадром несколько сделала рисунков. Очень мне понравился вот такой узор. Уже черным цветом. Короче, пластинка классная. Советую. Гравировка хорошая. Ну, штамп смотрите сами. Он такой маленький. Ну, мне больше удобно работать большим штампиком. Ну, никаких минусов нет. Рабочий, хорошо отпечатывается, двойной. Вот такая у нас сегодня была большая распаковочка посылочек с заказом на сайте AliExpress. Ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Все даже не вмещается в кадр. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок, красивых и здоровых вам ноготочков. Встретимся в комментариях. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока. Thank you.